Анапа, как всегда, принимает хорошо. А уровень соревнований, это чемпионат России, здесь участвуют все сильнейшие спортсмены России. Значит, это традиционно уже стало. И единственное, мы немножко изменили регламент наших соревнований. Если раньше мы начинали проводить соревнования с 5 километров и отбирали на 10 и на 16, то сегодня мы проводим ту дистанцию, которая является олимпийской. В 19-м чемпионате России принимают участие спортсмены 2000 года рождения и моложе. 19 женщин и 25 мужчин. Это отборочный чемпионат России на чемпионат мира, который пройдет в Канаде во второй половине июля. Первый заплыв стартовал ранним утром в Малой бухте. В воду вошли именитые пловцы. Артем Подьяков, мастер спорта международного класса, победитель первенства Европы и России. Сергей Большаков, бронзовый призер чемпионата мира и участник Олимпийских игр. Кирилл Абросимов, чемпион Европы. Василий Бойков, мастер спорта международного класса и другие. Им предстояло преодолеть дистанцию 10 километров, всего 6 кругов. Море благоприятствовало пловцам, было спокойным и чистым. Но все-таки спортсмен под номером 6 сошел с дистанции после 2 кругов заплыва. А лидерами на каждом круге становились разные спортсмены. Победитель определился на последнем круге. Первым финишировал мастер спорта международного класса Кирилл Абросимов. Впереди еще неделя соревнований. Вслед за чемпионатом начнется первенство. Лариса Басова, Роман Карпов, Анапа регион.